кто начал? Сначала местный. Значит, производится осмотр места происшествия 12 декабря 15:30. Участвующее лицо. Представьтесь, пожалуйста. Фамилия, имя, отчество. Зайцев Дмитрий Александрович. Где зарегистрированы и проживаете? Да, приемный. Так вот делать. Зарегистрирован? Да, где зарегистрирован? Саратовская область, город Балаково, улица Вокзальная, дом 10, квартира 3. Дата рождения? 07.03.1992 года. А что в Марксе городе делаете? Приехал погулять. Погулять? Да. С кем приехал? Один. Один приехал. Скажите, пожалуйста, при каких обстоятельствах вы задержаны? Я пытался ограбить, не знаю, как называется, контора. Ну, не ограбить, а забрать оттуда деньги. Ну, ограбить, да. При помощи чего? При помощи пистолета. Какого пистолета? Пневматического. Откуда он у вас? Купил. Где? В кредитнике. Когда? Да давно. Давно, да. Привезли его с собой из города Балаково? Да. С целью совершить разбойное нападение? Нет, да? Нет, я его просто с собой всегда ношу. А, просто всегда ношу. В целях самообороны. Пневматическое оружие не запрещено. А расскажите обстоятельства вашего задержания. Ну, мне сделали подножку человека, и я упал. А вы из магазина похитили? А? Деньги похитили из магазина? Не успел. Не успел? По каким причинам? Подножку поставили. Подножку поставили? Понятно. Укажите, пожалуйста, на орудие, при помощи которого вы пытались совершить разбой. Но это мне надо пройти. Ну, пройдемте, пожалуйста. Одну руку отстегните. Нет, не надо. Стой, нормально. Ну, надо одну руку отстегнуть. Как я? Сейчас так вот пока. Нет. Постегните одну, а то держите. Ты снимаешь, не прекращай. Снимай. Я не прекращаю. Не бей, рядышком, встаньте, пожалуйста. Ну, я выхожу. Да. Сюда вот, поближе, сюда вот. Лёш. Данный пистолет принадлежит вам? Да. Еще раз покажу. Нет, мне надо смотреть на него. Мало ли его применяли. Меня, смотри, пожалуйста. Как зовут? А? Зайцев. Скажи еще раз. Скажи, на меня смотри, меня смотри, что показывает. Давай проверим. Смотреть его можно? Нет, нельзя. Нормально его поднимем. Да, можешь. Да, видеокамера. А вы чисто визуально можете определить, нет. Да? Нет, я могу его перевернуть. Смотри. Все, все, все. Пневматический пистолет. Так? Да, ну, да, это мой пистолет. Данный пистолет принадлежит вам. Да. Ну, штану пистолета, ну, пистолет принадлежит. Я уже много раз сказал. Ограбление. Ограбление. Все, можете назад его, Костёк. Ну, назад. Что у вас на голове находится, Дмитрий Александрович? А? Что на голове у вас находится? Кофта. Кофта? Да. Ой, как холодно. Обе перчатки. Да больно. Серег, камера. Не надо. Снимаете? Мы снимаем, да.
Хочу передать привет. Погромче просто говорит. Хочу передать привет. Все правильно. Брату. Всем знакомым. Брату своему. Пацанам из Булакова. Куперу в Оренбург. Братишка, я скоро приеду. Что там еще? Абдул, привет тебе. Большой. Тоже жди, скоро буду. Товарищ Пунеды, пойдем же, пожалуйста. Значит, в ходе осмотра места происшествия с участием зайца Дмитрия Александровича. Снимайте перчатки. Где второй понятой? Понятой. Вот. Понятой, вы постоянно теряетесь от нас. Пойдемте к нам поближе. Снимай вот отсюда, товарищ. Вот, вот так вот. Значит, изымается. Надо его нести. Не трогай. Я сейчас скажу. Потом продолжим, когда в магазин пойдем, да.